Здравствуйте всем, друзья! С вами Эля и канал о любимых кактусах и суккулентах. 11 мая на дворе. У нас текущий обзорчик на кактусы и суккуленты, на цветение и тому подобное. Дювалия как разрастается. В прошлом году она цвела, а я цветение не показала в видео, не успела. Пиарантус глобусус раскладывает свои тела, места ему мало в этом горшочке. Новые побеги, новые членики семьи появляются. Цвел в прошлом году одним цветочком, такое нежная звездочка. Хивирия окрашенная, хивирия нодулоза. Очень сильная она. Отсушивает листья. И вот такая огромная девушка. Высокая. Но мне нравится, что она держит осанку. Все время никуда не гнется. Все время вверх смотрит. И такими интересными наплывами у нее стебель. Так, собирается цвести анакомсерас. Длинную такую стрелку выпустил цветочную. Так, здесь все идет своим чередом. Растет потихоньку. Но я, вы знаете, как-то большие кактусы не отслеживаю. Вроде бы все растет. Хотя вот хочется мне, чтобы расцвел в этом году эхинопсис калофлора. Ярко-зеленый. А он даже и ничего и не показывает. В смысле бутонов. Тланца. Бутончики растут. Растит свои красивые пухнастые бутоны пародия Санагаста. Время подходит. Тут бутончики гимнокалициум шакиданца. Вот они по краям. Видно, зелененькие такие. Он всегда интересно образует бутоны на как бы на прошлогодних или даже. Да, прошлогодних, вот видите, как далеко бутоны от верхушки. Не так закладывает бутоны, как ну, вот другие гимнокалициумы в моей коллекции. Я просто наблюдаю. Интересно. Ждешь его где-то ближе сюда, к центру, а он, оказывается, бутончик вот по краям. Так, башня расцвела, ребята. Сулькорибуция моя. Вот, замечательным веночком, полувеночком. Запах, я вам говорила, такой специфический. Дочь моя сказала, что это запах земли. Я бы сказала, что это запах прелой земли. Но красивые. Этот, лепестки темные к концам. А серединка более светлая. Ну и пестик, тычинка, как всегда, звезды. Так. Опунция, не знаю, как ее название, растет. Как я говорила, роза ветров – указатель направления. Она у меня под многими именами проходит. Я ее боюсь касаться, задвигаю подальше, но любуюсь ей каждый раз. Бакасана не изменяет себе. Цветет и цветет. Так, поехали на эту сторону. Здесь потихонечку что-то бутоны образует. Лобивии.
Малышня здесь разная. Так, продолжает буйнинги цвести. Сегодня открыла бутоны Айластера робустиспина. Первый бутончик пошел. Так, хорошо нарастил бутоны. Не знаю, как это будет в цветении. Гимнокалицеум окултум. Теперь его цвет прежде был такой бурый, теперь больше появляется зеленого, и он теперь буро-зеленый стал. Жду цветения. Ауэроспина пародия продолжает цвести, а вот траукас закрыла бутончики, и они стали розовые. Но я заметила на пародия кардинаса тоже, когда бутончики закроются, такой вот розовый цвет. Похоже, знаете, эти цветы стали на что? Петушки на дачах выращивают таким гребнем таким цветы. Называется петушок. Ну, по-народному, наверное. Вот похоже на петушки. Закрыла бутон. Ой, говорю, не апартерия, очень много мнений, я теперь даже стесняюсь называть этот кактус. Риозиция, не апартерия или не отчеление. В общем, непонятно, что это такое, но цвел, ребята, практически 5 суток полных. И с каждым днем все больше увеличивался бутон, потом тычинки рассыпались по всей плоскости. Зева возле пестика. Ну, в общем, это поэзия вообще была. Что я вам показываю этот бутон, я не знаю. Но я, в общем, вдохновилась его цветением. Так, ну вы понимаете, что я повернула цветы к себе лицом, чтобы для вас снять. Смотрите, бутоны как ложатся в сторону стекол. Да я их отвернула. Так, гимнокалицеум Фридриха подходит. Ватери. Вот он, кстати, бутон так до конца и не открывает почему-то. Оба бутона. Один уже отцвел, вот так на полусогнутых, можно сказать. Зато вот этот малыш месопотамский открывает бутон, ну, вовсю, как говорится, шив своего характера. Очень такая щедрая натура на цветении. Я его очень люблю. Ну, пародия. Пародия яркая. Не знаю название до сих пор, не знаю. Бутончики подращивает хаматокактус. Вот увидела в видео каком-то, называет телокактус. Этот кактус назван. Ну, в каком-то видео, не знаю, с Южной Америки, наверное. Почему-то тело кактус. Так, ну, цветение дня. Посмотрите, раскрыл бутон. Наконец-то. Фитча. Эхиноцереус фитча. Первый день цветения. Вот такой красавчик. Похожи они, конечно, цветами. Были альбиспинус, только немножко отличается, как бы более светлая окраска. А у эти похожи. Я имею в виду адустус Райхенбаха. В общем, любуемся. Так, ну и, ребята, еще сегодня начал открывать бутон. Я, конечно, очень сильно удивилась, вообще не ожидала. Это вторая неопартерия. Давайте будем определять как-то вместе, ребята, чтобы я тоже точно знала, что это вообще такое. Ну, отличается, конечно, от первого такого кактуса неопартерии, названного мной. Как мне его продали, так я его и называю, ребят. Все очень просто. Ну, посмотрите, какая красота. Я так понимаю, с
с тем временем, как он будет цвести, он будет увеличивать этот бутон просто в размерах, раскрывать его с каждым днем все больше и больше. Но я, по крайней мере, на это надеюсь. Но он мне сейчас уже нравится. Розовый пестик. Да. Ну, тут, собственно говоря, тело кактус биколор, смотрю, бутончик дал. Раскрывала бутон Лафофора Вильямса. Ну и что тут еще? Кое-кто с бутонами, да. Балдианум гимнокалициум. Вот бутончик. В общем, с бутонами есть, ребята. Ждем. Так. На этом буду заканчивать видео. А, хотела сказать еще, что, ребята, я, как говорила в прошлом видео, что сделаю полив. Очень-очень минимально сделала полив, потому что очень долго не поливала с перепугу. После холодной погоды, когда я полила. Вот. И что я обнаружила вот на вот этом товарище? Клеща, представляете? Так я быстренько организовала и обработку. Так особо я не вижу его, но тут прямо пробежал галопом. И я быстренько сделала обработочку. Небольшую дала концентрацию, как обычно. И продолжаем дальше жить. На этом буду заканчивать, ребята. Уже наговорила и так очень долго. Всем всех благ. Мирного неба над головой. До новых встреч. Пока-пока.